утро на Енисее. На мечту. На машину. И как? Как? Ну, где-то подрабатываю, зарабатываю, на мероприятиях, на контроле стою. Этим зарабатываю, откладываю на мечту. Сколько уже получилось? Около 100 тысяч. А осталось? Много еще. Ну, еще, наверное, лет 5-10 точно придется копить. Коплю на путешествия. В горы. Пока не знаю, куда, какие, но в горы. С каждой зарплаты понемножечку откладываем. На ремонт. Много уже удалось? Ну, нормально. Но думаю, что без кредита не обойдусь. Я на похороны себе. Правда? Да. А почему так? Ну, потому что возраст уже такой... Как бы и вдруг неожиданно, вот сейчас раз, и в больницу попала, и еле выжила. Поэтому мы не копим. Живем одним днем. Правда не копим. На ремонт кухни. На это и коплю. Сколько денег? Ну, вообще, если все красиво, хорошо сделать, на минимум, наверное, 1500. 30 накоплено. Тысяч? Начало положено. Ну, у меня есть мечта, я бы хотела купить себе... графический планшет, чтобы осуществить свою мечту. Я очень люблю рисовать, и поэтому хотелось бы начать это делать профессионально. Поэтому было бы прикольно, если бы я смогла бы накопить и купить себе такой подарок. Ну, мы вот как раз только что идем и разговариваем, как выжить до зарплаты. К сожалению, мы не копим. Да, доход у нас стабильный, постоянный, но небольшой. Поэтому... Копить не получается. На квартиру. Потом взяли ипотеку. Но теперь, чтобы закрыть ее. Вот и все. Как копите? Сбережения откладываю потихоньку. Получаю пенсию. Скопить не удается. А копите на что-то? Да ни на что. А на что можно копить, если пенсия только одна? На морюшко. Ну, то есть зарплату получаешь, сразу надо отложить какую-то часть, потому что потом это вообще нереально. Все расходится, разлетается. Ну и желательно откладывать туда, откуда нельзя взять. До морюшка.